Аграрный сектор Латвии переживает не лучшие времена. За годы кризиса многие крестьянские хозяйства разорились. Однако те, кто твердо стоит на земле, продолжают кормить страну и даже экспортировать сельхозпродукцию. Потребности таких хозяйств в специализированной технике обеспечивают главным образом компании, связанные с зарубежными производителями. На предприятиях Европы производится широкий спектр техники для почвообработки, полеводства и коммунального хозяйства. Сельхозмашины позволяют проводить все необходимые технологические операции и дают сельскохозяйственному предприятию хороший фундамент для ведения полеводства и молочного животноводства. Мы представляем фирму «Сиа Амазоне», занимаемся распространением фирмы «Амазоне Кроне Гриме» в Латвии уже 18 лет. У нас есть большой опыт в сфере техники и также предлагаем нашим клиентам запчасти, сервисные работы. Благодаря качеству, конкурентоспособным ценам и высококлассному сервису «Амазоне» остается надежным партнером в сельском хозяйстве. Фирма «Гриме» является ведущим специализированным производителем техники для картофелеводства в Европе и в мире. Также «Гриме» предлагает машины для возделывания и уборки моркови, свеклы и лука. Как и любая другая продукция, произведенная в Германии, техника от «Гриме» является надежной, современной и удобной в обслуживании, то есть повернута лицом к потребителю. С уборкой порядок, все в порядке – главный девиз фирмы «Кроне». Заботы об организации уборки урожая кормовых культур – вот предназначение техники от «Кроне». Высокая производительность, надежность, экономичность, налаженный сервис – всем этим требованиям соответствует современная кормозаготовительная техника фирмы «Кроне». Наша техника доступна по всей Латвии полностью. Есть так, что предлагаем и демонстрации хозяйствам, посмотреть, как работает уже, чтобы приобрести новую технику. Потому что на данный момент уже люди начали работать на качество, и все выбирают лучшее и качественное, независимо от того, сколько она стоит. Уважительное отношение к земле и крестьянину – это основополагающая ценность для компаний, поставляющих сельхозтехнику крестьянским хозяйствам. Работники компании всегда идут навстречу своим клиентам, помогают с выбором техники. Мы также обеспечиваем всех клиентов после продажным сервисом. И если есть какие-то проблемы с техникой или какие-то вопросы возникают у клиентов или у хозяинов, наш сервис мобильный выезжает к клиенту. Бывает так, что у клиентов ломается техника во время работы. Также мы выезжаем напрямую к клиенту и устраняем эту проблему на поле. У латвийского сельского хозяйства есть будущее в том случае, если оно сможет стать современным и конкурентоспособным. Одно из обязательных условий для этого – оснащение сельских хозяйств хорошей техникой.